Теплотехника. Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня мы проведем видеообзор запчасти, которая называется датчик протока воды на ГВС для газового котла ДЭО. Состоит из двух частей: герконовый замыкатель и сам датчик протока, внутри которого поплавок со встроенным магнитом. На датчике уже установлено силиконовое кольцо диаметром 20 мм. В датчик подключается кран заполнения системы. Разъем геркона подключается на плату управления.